уже выполнено 7 программ союзного государства в области космической техники. И вот 8-я сейчас выполняется, это интеграция СГ. Причем, если из этих 8, 6 программ, они были направлены на создание технологических заделов по космосу в области отдельной техники, отдельной математики. И 2 программы связаны с унификацией процедур изготовления и использования космической информации. Вот 2011-2014 год была программа стандартизации. Основная цель – выработка единых правил создания космической техники и ее сертификации. Благодаря вот этим заделам фактически была создана белорусская космическая система дистанционного зондирования Земли. И сейчас совместно с Роскосмосом на орбите функционирует группировка космических аппаратов. Сейчас она уже включает 5 российских и 1 белорусский. Вот. Сегодня в мире злободневна другая проблема. Это использование космической информации и разработка единых правил. Программа интеграции СГ, она как раз предусматривает создание стандартов, которые бы действовали на территории России и Беларуси. Это единые стандарты, и они будут гармонизированы с международными стандартами по использованию космической информации. И еще одно мероприятие будет направлено на создание новых технологий и новых аппаратно-программных комплексов, которые бы эти технологии поддерживали.